Короче, прикинь, почти уже собрался. Смотри. Да, посудка моя вся. Не, ну посуды у меня много. Теперь стало. О, какой себе тазик купил. Кухонная утварь. Блендер. Смотри, как я свой биореактор. Он с одной стороны биореактор, а с другой стороны как классный чемодан. Можно простынями натолкать. А, прикинь. Ты знаешь, что в этой сумке, бро? Это тупо моя хавка. Я вот не знаю, но она... Ну, я думаю, килограмм 35 точно весит. Так, а где все мои вещи поместились? А, все мои вещи здесь. Сушка. Не знаю, что с бутылками делать. Как-то выкинуть жалко. Короче, видишь, как хорошо. Раз, собрался, переехал. Так это кто мне, так что еще думаю, вещи-то до хрена. Ладно, дела, дела, дела. Все, браза, я сижу временно вообще без крыши над головой. Короче, отсюда вы меня выселили. Сижу под подъездом, жду, пока за мной приедет волшебный автомобиль и отвезет меня на море. Так лень у меня, короче, со всеми этими сушками, с блендерами, это, с моей посудой, с этими с чашками, в которых я тут семечки проращиваю. У меня еще вещей до хрена, гля. У меня тут, правда, это целый пакет шрот конопляный, шрот льняной. Короче, да, тут так. Хрена себе. Сколько нажитого. А! Что-то хотел сказать и забыл. А! Не скажу потом. Короче, знаешь, мне все время вспоминается песня этого Шнурова. Там, где мы всегда весна и нет плохой погоды. Там, где нам не до сна и что нам эти годы. Короче, такие дела. Ладно, бро, скоро будем этот на курорте жить. Ну, прикинь, я даже там, короче, сидишь, вот, я поражаюсь, какие люди везде какие-то грустные, унылые. Даже там мы с Саньком сидим, короче, на этом возле кинотеатра 7D, и всех пытаешься развеселить, а все ходят какие-то на своей волне, знаешь. Такое ощущение, что люди не воспринимают этот, как его, окружающую действительность. То есть вот я все успеваю воспринимать, что вокруг происходит, чувствовать эту природу, мир. А вот, а люди такое ощущение, знаешь, они как-то в каком-то этом векторе своем отдельном существуют. Ну ладно. Слушай, так это же все. Теперь, когда я в Рузуф приеду, там будет Санечек. Теперь у меня на канале будет дополнительная этот, как его, дополнительная рубрика. Анекдот от Сани. Он любит по утрам, каждое утро начинает рассказывать анекдот. Он, наверное, их все знает. Кстати, зацени, у меня же не обычный дом, у меня тут дом еще. Видишь, что написано? В этом доме жил заслуженный художник Украины, Петр Кот. А вот так вот. То, что мы в простых местах не живем. Ну, ждем машинку.